Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. У нас сегодня немножко экстренное включение. Я прошу прощения, сейчас поезд пройдет. Вы не увидите сегодня полноценного ролика о растениях, потому что мы отправляемся в небольшое путешествие. В последнее время к нам на канал приходят вопросы со всевозможных регионов. И если мы можем себя считать экспертами по Ленинградской и Московской области, то, к сожалению, по другим регионам, увы и ах, мы не являемся такими экспертами, ну, потому что мы, как минимум, не знаем климатических условий. И вот по приглашению наших подписчиков мы отправляемся в Саратовскую область. Мы сейчас находимся в городе Мичуринск. Мы обязательно сюда вернемся, потому что название очень говорящее. И здесь будет много интересного. Я думаю, отсюда будут тоже интересные сюжеты. Но пока мы отправляемся в поезд Санкт-Петербург-Саратов. И едем мы в город Энгельс. Я думаю, что в четверг вас ждет интересный отчет, интересный сюжет о Саратовской области, о растениях. И вообще мы побываем в местных садовых центрах, если они там есть, побываем в питомниках. В принципе, просто погуляем по городу. И таким образом, я думаю, что мы посетим достаточно много регионов. Я думаю, что следующий регион – это будет Казахстан. Потому что на сегодняшний момент с Казахстана самое большое количество вопросов. Казахстан, вы следующие.